получали ценные подарки. Напомню, что к сегодняшнему дню в копилке нашей сборной уже 20 медалей. 8 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых. Причем наши лыжницы и биатлонистки золото завоевали в самой престижной категории. Да, я горд за свою команду. Да, может быть, естественно, хотелось бы больше золотых медалей и вообще медалей. Но не все справились с эмоциями, с нервами. Но я думаю, что жизнь тоже на этом не заканчивается. Поэтому ребята будут прилагать все условия. Поэтому не надо относиться к ребятам жестко, сурово. Все хотели победить, это естественно.